Red lights all around,
just the same. Oh, I got red lights all around.
Сегодня последний день на горнолыжке. Солнечная погода. Ясное небо. Солнце еще пока не показалось из-за вершин. Вот я думаю, сейчас раз спущусь, я уже когда сюда поднимусь, уже будет здесь светить. Вот уже пятый день катаний, наверное, последний день, и уже обратно в Питер вылетать. Солнце только-только показалось из-за вершин, такая точка светящаяся. Пока кофе пил, почитал про Казахстан, про Северный Казахстан. Оказывается, там зимние погодные условия находятся по суровости на втором месте после Арктики. То есть там по силе ветра, по количеству перенесенного снега находится на втором месте после Арктики. Арктика — это где белые медведи живут там на полюсе. Вот, ну. То есть фактически-то Северный Казахстан — это же Сибирь. Просто Сибирь ассоциируется с Россией. Но фактически это как продолжение Сибири идет. Вот, там даже всякие видео такие, как там мощный ветер вьюга и грузовики, перевернутые вдоль дороги, ветром валяются. Вот. Такая там, такие условия. А летом, помню, там проезжал, это как раз где вот Астана, столица, проезжал, так там просто такие солью покрытые пространства безжизненные. Солончаки. Вот, никакой растительности.
одни колючки растут и верблюды ходят. Верблюдам там нормально, колючки эти жуют. Вот, и ветер тоже дует, песок летает в разные стороны. А здесь на юге Казахстана такая просто погода шикарная, тепло. Но здесь в горах, конечно, сурово. Кстати, здесь, ну, суровее, чем в Кавказских горах, там, где Роза Хутор. Там снег идет такими огроменными хлопьями красивыми. Ну, и он такой мокрый. А здесь вот минус 15. И такой снег очень хороший для лыжного катания. Но там, в предгорьях, погода, кстати, похожа чем-то на сочинскую. То есть там, здесь если снег идет, туда спускаешься, там плюс 5 и дождь идет зимой. Солнце постепенно выходит, но сейчас оно выйдет. И оно так нагреет, что можно будет загорать, по факту. То есть можно даже раздеться и только в свитере остаться. Заехал для галочки на левый Талгар. Но здесь, конечно, делать нечего. Подъемник еле-еле тащится. Как розы хуторовские. И склон. Нехти какой. Сейчас вот отсюда съехал. Не знаю, поеду там, может, еще для галочки проеду. И все, и обратно туда, на ту сторону. Продолжаем заниматься с тренером. Уже сама ездит без помощи.